Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И в этом сегодняшнем ролике мы продолжим рассматривать метод размещения бесплатной рекламы и получения бесплатного трафика на свой магазин, будь то на платформе Shopify, Ecwid, WooCommerce и так далее. Это вторая часть того ролика, который был размещен вот в этой группе, и мне пришли вопросы относительно этого метода. Те, кто впервые на канале, можете найти ссылку на эту группу и присоединиться к ней, чтобы узнавать разные новости в области продаж на Amazon, eBay, AliExpress, но по названию уже видно. А те же, кто видел вот этот пост и о нем задал вопросы, снимается вторая часть. Итак, что же это такое в двух словах для тех, кто первый раз смотрит этот метод? Есть сайты бесплатных объявлений, о которых вы, конечно же, слышали. Вот один из них, на котором, в частности, я сам работаю и размещаю объявления. Объявления, еще раз повторю, бесплатные. И как пример мы можем вот рассмотреть, вот, например, вот этого вот товарища. Смотрите, у него 500, почти 50 листингов, так и называются листинги, объявления, по которым видно, что это совсем не поддержанные товары. Обычно эти такие вот сайты бесплатных объявлений создаются для того, чтобы люди продавали здесь что-нибудь использованное, что-нибудь, что им больше не надо. Но, в принципе, они не запрещают, как видите, использовать вот эти вот сайты и свои аккаунты как просто канал продаж. И вот у него, вот у этого человека, у этого участника этого сайта, скажем так, я подсмотрел вот такую вот мини-камеру. Объявление о продаже мини-камеры, которая, ну, довольно-таки интересная. И что я сделал? Теперь вот здесь чуть внимательнее. Естественно, у этого человека есть какой-нибудь сайт или какой-нибудь канал продаж, через который он продает вот эти свои товары. Потому что, вот видите, они все как бы новые, по картинкам понятно, что это скачанные картинки откуда-то с AliExpress, может, с Amazon и так далее. Он вполне возможно сделал какой-нибудь сайт, на котором продает вот все эти свои товары. Но я, если смотрели и если помните, объяснял, что можно даже не делать изначально, не создавать никакого сайта. То есть, вот смотрите, вот этот вот товарчик мне понравился. Я сделал точно такое же объявление, не делая сайт изначально. У меня сайта нет, через который я хотел бы продавать вот этот товар. Сайт создается после того, можно создать, сделать после того, когда проявлен определенный интерес к вашему продукту. Почему делается так? Потому что, например, тот же Shopify, он платный. Не имеет смысла платить там 29 с чем-то, ну, $30 в месяц за сайт, если у вас не происходят продажи. Поэтому сначала сделайте, можно сделать. Вот такие вот объявления. 1, 2, 3, 5. Такой 500, как мы только что видели. И посмотреть, к какому из этих товаров есть интерес, который
из этих товаров годится для продажи именно через тот сайт бесплатных объявлений, который выбрали вы. И вот на этом сайте я сделал объявление такое. И вот смотрите, три дня назад мне М пишет: «Привет, есть еще этот продукт». Вот смотрите, вот через в каждом объявлении есть такое вот окошечко, где можно вот написать. Вот она здесь написала: «У тебя есть еще этот продукт?» И отправила сообщение, которое мне пришло на почту и в мой аккаунт. Я сразу же вижу, что хоть одного человека заинтересовал этот продукт. Что я делаю дальше? Я быстренько перехожу. Есть такой вот сайт наподобие Эквида, платформа WooCommerce, наподобие Shopify, называется Эквид. Я быстренько перешел в Эквид и создал вот такую вот одностраничную лендинговую площадку, сайт. Опять же, в прошлом ролике я объяснял, что сейчас тенденция пошла на то, чтобы создавать вообще сайт с одним продуктом. Ну, в принципе, вполне приемлемо, что сайт сам по себе о мини-камерах, о продажах мини-камер, и можно 3 штучки разместить, 4, но не больше. Ребята и девчата, то время, когда в магазине, в своем WooCommerce или Shopify, или там на другой площадке, вы продаете море продуктов, прошло. Все те, кто зарабатывает на вот таких продажах на дропшиппинге, сейчас делают в основном однотоварные сайты. Сайты с одним товаром. Итак, я получил вот интерес к своему продукту. Быстренько перешел на так называемый Эквид. Вот есть такая площадка Эквид. Ну, там очень простой конструктор сайта. В нем очень быстро и легко, буквально за несколько кликов, можно его полностью настроить и сделать свой магазин. Перешел сюда, быстренько сделал этот сайт. И после того, как у меня уже этот товар есть на сайтике, я взял ссылку на него и написал ответное сообщение. Вот кнопка «Ответить N». Перешел на «Ответить». Вот ее вопрос. А вот мой ответ. Да, товар есть. Вы можете увидеть по этой ссылке. Спасибо. Все. Теперь эта девушка, эта женщина, судя по имени, перейдет в мой магазин, посмотрит этот товар. Вполне возможно, что и не купит. Но вполне возможно, что и купит. Как видите, после того, вот этот один ордер, это не ее покупка. Это когда я делал, отлаживал сайт, просто сделал пробный ордер. То есть этот ордер не считается. Настоящих ордеров с этого сайта у меня пока нету. Но, как видите, уже есть 10 посещений. Вполне возможно, что она 10 раз смотрела или передала эту ссылку кому-то, чтобы кто-то тоже посмотрел, что-то посоветовал. 7 раз этот продукт, ну этот или какие-то еще, смотрели. Так что сайту буквально день, сутки. И смотрите, вот один день. То есть я его день назад сделал,
и за 10 дней, за один день вот 10 посещений. Сработает этот, именно вот этот контакт, не сработает. Это не столь важно. Вполне возможно, еще раз говорю, что она не купит, именно она. Но то, что этот метод рабочий, то, что размещая объявления на таких вот сайтах, вы вполне можете иметь продажи. Если все зависит от, в основном от товара, который вы выбрали для продаж. Если он действительно нужный, действительно распространенный, продажи идут и идут очень хорошо. Идут очень хорошо. Для сравнения, вот я выставил его за 26, ну 20 с чем-то долларов, 25. На сайте я вообще его выставил за 21. Дешевле даже выставил. Ну, чтобы была продажа, была покупка. Она перейдет, вот увидит, что о, даже можно купить за там несколько долларов дешевле. Тоже, да, замануха такая. Ну, это естественно, ребят. Ну, надо такими вещами, как сказать, пользоваться. И перейдет, увидит, что он даже дешевле стал и купит. В то время, когда вот этот вот товарищ почти в два раза дороже продает. То есть, опять же, надо смотреть, прикинуть и продавать не вот так вот по максимуму, там в 5 раз дороже. Эта камера стоит где-то около 9 долларов, 10 долларов, скажем так. Она недорогая, вот именно эта камера. И продавать. Думаю, вот сам алгоритм действий понятен. Повторить может каждый. Если остались какие-то еще вопросы, пишите в комментариях. Если хотите научиться, пишите в личку. Пишите в личку, обговорим, договоримся и будем двигаться дальше. Метод совершенно новый. Им почти не пользуются. Я этот метод подсмотрел у других продавцов. Их было всего двое, которые в своих роликах показывали, вот у меня такие продажи, то и все, и я вот в адрес, через адресную строку все это узнавал, увеличивал, переходил на эти сайты и так далее. Но сам метод нигде не объясняется, не рассказывается про него. Так что пользуйтесь, пытайтесь, продвигайтесь. И имейте успех. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.